Девушка, можно с вами познакомиться? Девушка! Ой, чё, какая ты маленькая! Я придумал наикрутейший трюк. Давайте мы будем крутиться на одном месте и... Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы поиграем в игрушку Warmate.io. Здесь появился новый режим, вот он у нас, вот он. Два Teams. Две команды, это значит то, что в одной команде будут черви, во второй команде тоже будут черви. И эти две команды будут сражаться против друг друга. А перед началом подписывайся на канал и ставь лайкусик. Если подпишешься прямо сейчас, то получишь 1000 рублей. Все подробности в группе ВКонтакте. Набираем 1000 лайков и скоро будет новый видосик. Кстати, вот эти ребята попали в видео. В следующее видео попадут те, кто напишет больше всего комментариев. Удачи! У меня тут уже скинчик стоит, фиолетовенький, мой любимый цвет. Так что мы сразу, наверное, зайдем. Моя команда синяя получается, да? Смотрите, у меня появилась такая вот синяя обводка у червяка моего длинного. Уже длинного, кстати говоря. Почему он у меня такой длинный сразу стал? Кто знает. Он же был у меня маленький, а стал длинный. Короче, здесь две команды, красная и синяя. То есть я сейчас в синей команде и пытаюсь найти хоть какого-то червяка, потому что что-то какая-то пустыня, никого не вижу, кроме как сладкое. Сладкого слишком много и чересчур много, поэтому давайте все-таки найдем каких-нибудь врагов. Пока что-то не видно никого. То есть на первом месте синий чувак, значит, лидирует синяя команда. Ну, насколько мне известно, насколько я понимаю. Поэтому давайте попробуем как-нибудь себя немножко выразить, покушать сладости, отрастить себе большую-большую змейку, ой, червяка точнее. Змеи сладко не едят. Хотя, кто знает. Так что, кушаем. Пончики, мороженое, печеньки, конфетки, тортики, еще конфетки, еще пончики, еще пончики, что-то там еще. Эти, как они, французские булочки. Что еще тут? Мишки есть розовые, точно. Розовые мишки. Это просто превосходно. Обожаю кушать розовых мишек. Так, ну ладненько, мы это все кушаем, конечно же, но мне здесь уже очень скучно, я хочу найти хоть одного червяка. Так, интересно, где же все другие червяки? Почему я тут один катаюсь и кушаю, и постоянно кушаю? Вот нет, чтобы не кушать, а нет, надо кушать, потому что игра такая. Потому что червяк хочет кушать, и я хочу кушать, и он хочет кушать. И все мы хотим кушать, вот, а сладости только в игре, поэтому... Хотя у меня есть сладости тут недалеко тут, но я должен играть, я должен побить... О, тихо, опачки, смотрите, мы нашли товарища в команде, это хорошо. А это у нас не товарищ, это у нас враг. Давайте мы попробуем сейчас его как-нибудь попытаться закрутить, перекрутить и... Ах, ты какой... Засранец маленький. Нет уж, иди ко мне сюда. Иди обниму. А, тихо. Да что ж ты какой. Ой, тя какая ты маленькая. Меня поздравляют. Мой финальный червяк был достигнут длины 1604. Или это вес? То есть он весил 1604 килограмма. Неплохо такой червяк. Представьте себе, это получается 1 тонна 604 килограмма. Вы когда-нибудь видели такого червяка? Это получается почти 2 слона. Да, неплохо я так накушал этих пироженок. Стоп, я же был в синей команде, меня перекинуло за красную команду. Ну окей, и так пойдет. Давайте мы пробуем поиграть за красную команду. Может быть, мне в красной команде больше повезет? Может быть, красная команда посильнее, чем синяя команда? Вообще, если сравнивать цвета, то мне больше нравится красный цвет, чем синий. Так что это просто хорошо. Это просто замечательно. Вот, давайте кушать. Что? Кушаем. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, а тут у нас синий червяк. А, тихо. О-о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 -
червяка захавали, а то голодными бы остались в итоге. Кушали бы эти сладости, а червей бы ни одного не съели. Червяки-то они сытные. Вот, а так, видите, одного съели, уже хорошо стало. А то кушаем сладости и никак не наедаемся, а то змейка-то у нас постоянно голодная. Ой, червяк. Почему я называю постоянно змейку? Потому что я змея, а эти черви все.
как-то не сходится, да? Я придумал наикрутейший трюк. Давайте мы будем крутиться на одном месте. И замечательно, мы подождали, пока тот червяк сольется. Я так и планировал. Гениально. И мы стали просто огромнейшим червем. Я не знаю, сколько сейчас он тонн весит. Но мне кажется, чуть больше. Так, это у нас синие червяки, нужно поаккуратнее здесь. О, тё-тё-тё-тё-тё-тё. Ничего себе, какой наглый. Хотел меня подрезать. Ну, подрезать хотят все, но выжить могут немногие, так что выживаю только я в основном, как видите. Но пока что, конечно, я не в топе даже нахожусь, но все может быть. На в топе, кстати, на первом месте какой-то холомиламокор. Это какой-то, не знаю, это итальянец, испанец или кто там эти холо-холо делают. Но, блин, как-то русских-то я не особо вижу. Что ж вы русские так подводите русские. Давайте, соберитесь, русские. Встаньте в круг. Ням-н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 ям. Еще ням, еще. Ой, очень-очень много ням, очень много ням. Так, стоп-стоп-стоп. Ах ты какой! Ничего себе! Вот это трюк, вот это комбо! Вы это видели? Вы должны были это увидеть. Вы обязательно это увидели. Я уверен, что это вы это увидели. Потому что у вас есть глаза. Поэтому вы это увидели. Вот, так что вы сами все видели. И мне кажется, это нужно оставить без комментариев. Да. Смотрите-ка, синий ползет. Синий, иди сюда, синий. Стоп, он меня закручивает. Ах ты какой, я понял его тактику. Я понял всю его тактику. Я понял его... Я понял его тактику. Этот червяк явно пытается меня закрутить. Закрутить, перекрутить и... Короче, вы поняли. Он пытается меня просто-напросто убить. Но мы не позволим ему это сделать. Мы сейчас попробуем, смотрите, мы вот так вот будем около краешка. Луис Майя, да что же вы такие все не русские-то здесь? Вообще, покушаются на русских. Я, конечно, ничего не говорю, что типа тут типа какая-то война против русских, но вы посмотрите, что творится. Почему червяки все не русские? О, не повезло ему. Ему явно не повезло. Что случилось? Почему он врезался в меня? Кто знает. Но я выжил, это значит, что я профессионал. У меня уже, смотрите, какой здоровый червяк-то. Это уже не шутки. Смотрите-ка. О, все, все. Кто здесь главный? Я главный по змейкам. Кто главный по змейкам? Я главный по змейкам. Какие-то колбы, какие-то зелья, микстуры. Что они делают рядом со сладким? Я не понимаю, вот... Это же плохо, это же... Можно отравиться вот этими всеми зельями. Надо их куда-то убрать. Давайте мы их соберем и лучше не будем пить, мы их будем просто копить, коллекционировать. Вот, а сладости можно кушать. Привет! Привет, красненький червячок. Блин, как же это круто выглядит. Они прямо через меня все проходят. Кстати, можно... Давайте попробуем еще сделать... Ух ты, круто. Мы можем, смотрите... Мы с ним подружились, смотрите, мы стали единым целым. О, тю-ку-ку, я хорошая. Я нашел себе невесту. С вас лайк. С вас лайк. Да, ребят, с вас лайк, видите? О, нас уже трое. Это уже попахивает чем-то другим. У-ху-ху-ху-ху-ху. Как нас много. Как нас много, ребят. Смотрите на топ, все синие, все игроки синие почти в топе. Кто это? Котенька. Привет, котенька. Девушка, можно с вами познакомиться? Девушка, почему она такая быстрая? Она, видимо, что-то перепила там всяких зелий. Ого-гошки, ого-гошки, ого-гошки. Ого-гошки, ого-гошки. Ребята, я просто в шоке. Я сейчас просто в шоке, я уже на 9-м месте в топе. Я, в принципе, особо-то ничего не делал, я просто ползал по карте, кушал постоянно и все. Находил опыт, который с трупов. Вот, и, в принципе, довольно-таки быстро я вышел в топ. У меня уже 320...
322 опыта. О, еще опыт. Ну почему бы нет? Почему бы не опыт? Ой, тихо, не надо, ребят. Не надо. Во. Нет, надо, короче, стать на первое место. Мне нужно первое место. Если я не стану на первое место, то я... То я змея. То я не червяк, я змея. Короче, ребят, вот такая вот игра у нас получилась. Довольно-таки все было неплохо, пока меня не убили. Вот. Дальше уже как-то стало немножко обидно. Я пустил слезинку, и мне перехотелось уже играть. Вот. Может быть, еще сходим в эту игру, если будет очень много лайков, естественно. Так что ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал. Вот. Так что давайте. Всем удачи, всем пока.